Друзья, привет! Ко мне приехала Лена. Привет! Я Лена. Это Лена. Я буду Лене рассказывать, как сегодня готовить меланзана алла пармиджана. Алла, выходи. Меланзана, короче, значит, это баклажаны. Баклажана. А пармиджана это сыр. Тёртый. Это сыр, да? Да. Берем томатную пасту со вкусом базилика. Теперь базиликом. И берем баклажан, который у Лены. Перевернулись. Погнали. That's why I like it. Я должна смотреть в камеру или нет? Как я сделала баклажан, сразу же появился Антошка. Итальянский шеф-повар. Вы знаете, как легко учить итальянские слова? Вера дура, Вера дура. Хотите сказать овощи, скажите, что Вера дура. Потому что у кого-нибудь может не обидеться, а? Санта-Лучия, Санта-Лучия. Я медведь на ухо наступил. Экстра вёрджин. Оливковое масло. Ты понимаешь? Угу. Записывайте себе там. Фокусированные каперсы. Угу. Соль, перец. Показывай. А никто же не знает, что такое соль и перец. Соль и перец. Пармиджана. Из пармиджана. Мне кажется, на твоем лице все легче запоминается. Одна пармиджана. Дети смотрят, по-моему. Раздела баклажан. Она раздела баклажан, он получился вот такой ломтик. Смотрите, ломтик должен быть тоненьким, как ваши пальчики. Теперь мы будем покладывать баклажан накладывать его в формочку. Вот, выкладываем его. Покажи, как ты умеешь. Вот, берем ножничку, кладем ее вниз. Потом берем... У меня тут этого видео не хватит. Сделай красиво. И только большие выбирай. Только большие. Давай, вот этот маленький убираем, а большой кладем сюда, пошлячка. Вот, смотрите, что у нас получилось. У нас получилась вот такая картина. Ну, она немножко съехала. Берем оливковое экстра вёрджин, поливаем в каждый баклажанчик. Солим. Опять соль. Оля, ты почему? Что ты делаешь? Оля-ля-ля-ля, что ты делаешь сюда? Дальше перчим. Открывай, что не открывается. Дальше мне не получится. Надо взбодриться. Дальше мы кладем томатную пасту с базиликом. Я еще никогда не готовила на весь суп, но говорят, что так меньше калорий. У нас настоящая картина. Давай дальше. Показываю всем, что у нас получилось. Это первый слой наших баклажанов. Смотри, моцарелла. Леночка под моим честным руководством положила эту моцареллу на нежный баклажан. Уложила. Уложила его, как в кроватку. А теперь мы... Ой. Раскладываем каперсы сверху, так покидали, сколько вам не жалко. Кстати, я забыла вам сказать, нужно подрасчитать, чтобы второй слой баклажана, чтобы их было столько же штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. После этого мы снова ее маслицем. Должен быть обильный полив. Чтобы баклажанчик, он себя этот впитал, чтобы получилось очень вкусно. Солим. Я люблю солененькое, я много солю, но вам не советую. Перчим. Ну и последний штрих для Аллы. Это пармиджано. Набиль. Это мы засыпали. Вот так, очень засыпали. Духовка уже стояла, разогревалась. Минут 15. И нам теперь нужно всю эту красоту поставить в духовку. 180 градусов. Минут так на 30-40. Вы там следите и чувствуете, что ничего не горело. Если гореть начнёт, значит уже точно выключать. В общем, встречаемся через 40 минут и посмотрим, что у нас получилось. И у нас получилась вот такая красота. Buon appetito! Покажи, как едят итальянцы. Che buon! Che buonissimo! Perfetto! Ancora, ancora! Сегодня с вами была Туша и Адуша. С вами были мы, девчонки, Катрин Моро и Елена Маркин. Обязательно напишите нам, получилось ли у вас или нет. Или нет. Ну, точно получилось.